Югра по доступности бензина в первой десятке. РИА Новости опубликовали рейтинг регионов самым доступным автомобильным топливом. В числе лидеров в основном оказались субъекты Крайнего Севера и обе столицы – Москва и Санкт-Петербург. Югра расположилась на 7-м месте. Составители рейтинга рассчитали, сколько литров бензина марки АИ-92 можно позволить себе житель на среднемесячную зарплату. Например, на Ямале, который занял первое место, водитель может купить 2080 литров бензина, а водитель Москвы – почти 1800 литров. Югорчанин может купить 1420 литров топлива. Авторы рейтинга сделали такой вывод, исходя из расчета 44 рубля за литр бензина и средней зарплаты в округе более 62 тысяч рублей. Мы решили поинтересоваться у югорчан, сколько бензина они тратят каждую неделю и какую сумму обходится топливо. Ну, около 20 литров получается, 1200-1100 обычно в неделю. 1000 в неделю уходит 92-й. А в месяц? Ну, 4-5 тысяч в месяц уходит бензин. Какой бензин у вас? 92-й. Сколько получается? Ну, 1000 рублей в неделю уходит. Это, конечно, немало, дорого. Ну, что сделаешь? Лью только 95-й, но 1000-1500 в неделю уходит. Очень дорого. В Казахстане дешевле.